среду в Самарской области пасмурно, местами пройдет снег. Днем 0-2 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток -1, в темное -3 градуса, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем 0 градусов, ночью -4, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем -1, ночью -3 градуса, юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 95%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.